Добрый день. Да, привет. Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, считается хорошей инфографикой? Хорошая инфографика для меня это та, которая понятна пользователям, и они сразу могут сделать какие-то выводы, и, возможно, она их эмоционально затрагивает. И, собственно, для этого создается инфографика, чтобы сделать информацию понятной, и чтобы человек запомнил и рассказал другим. А лично какой любимый сервис для создания инфографики? Ну, вот сегодня мы больше рассматривали инфограммы, Минлу любимый. Понятно. Потому что он позволяет, в том числе, подгружать данные, которые будут выполняться автоматически, и для этого ничего не нужно изменять в уже готовой инфографике. Хорошо, спасибо большое.